Могло быть, как в фильме «Пункт назначения». На трассе под Магнитогорском водитель Volkswagen Passat на полном ходу врезался в груженный бревнами лесовоз. Мужчина чудом остался жив. Бревно едва не проломило лихачу голову. Это кадры последствий аварии, которые зафиксировал видеорегистратор, проезжающий мимо машины. Инспекторы ГАИ и врачи неотложки уже прибыли на место ЧП. У иномарки вдребезги разбит моторный отсек. Что послужило причиной этой аварии, сейчас выясняется. Возможно, шофер легковушки просто не рассчитал скорость и дистанцию до большегруза и не успел вовремя затормозить на скользкой дороге.